дорогой Владыка, ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас приветствую на нашем престольном продолжающемся празднике. Как продолжение богослужения у нас общая трапеза и праздничный концерт. На службе мы сегодня слышали такие красивые слова о том, что Господь святых, которые на небесах, Он в них удивил вся свои хотения. И мы, дорогие отцы, братья и сестры, здесь на земле учимся тоже послушанию, учимся смирению, потому что как можно слушаться Бога и проявлять эти добродетели, если мы здесь не научились на земле, в виде людей, которые нам благословляют, что-то преподают, какие-то благословения, не можем научиться этого делать. Хотелось бы всем нам пожелать, чтобы мы здесь на земле этому научились. Благодарим нашего дорогого Владыку, который прибыл сегодня на праздник, возглавил богослужение. И сейчас давайте все вместе помолимся перед началом и трапезы, или в продолжение трапезы, вот, и концерта. Пожалуйста. Отче наш, живейся на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от Христе Боже, благослови ястие и питие рабом Твоим, яко святый си, всегда ныне присно и во веки веков. И славай Тебе, Отче. Приятного аппетита. Благодарим наших дорогих владык, владыку Иннокентия, владыку Амвросия, и просим ваших святых молитв. Друзья, пища, которую едим, питье, которое пьем, одежда, которой одеваемся, дом, в которых живем, вода, омывающая и прохлаждающая нас, воздух, сохраняющий нашу жизнь, земля, на которой живем, солнце, луна, звезды, просвещающая нас, и все прочее – это все Божие. Бог Сына Единородного послал в мир на искупление и спасение рода человеческого и предал его, на смерть. Он возжигает в нас светильник веры, елеем милости своей подает нам благодать свою и отпущение грехов. Он подает надежду вечной жизни во Христе Иисусе. Если кто хочет быть благодарным Богу, Создателю и Искупителю своему, не напрасно называется христианин, и по окончании временной жизни получит вечную. Тот пусть помнит и благодарным сердцем воспевает благость Божию. Христианская вера этого требует от всякого христианина. Нужно воздавать Богу благодарность чаще, чем мы дышим, и этого просто не забывать. Поэтому начнем наш концерт со 148-го псалма царя Давида, музыка Антона Висского «Хвалите Господа с небес
исполняет хор храма всех русских святых. Поцелуем, дорогой хор.
Спасибо, дорогой хор. Спасибо за прекрасное исполнение чудесного псалма, чтобы мы всегда хвалили бы и благодарили бы Бога. Следующая песня посвящена одному из самых дорогих даров, которыми наградил нас Бог. Это дар свободы. Бог даровал человеку.